Ставропольские выпускники президентской программы будут развивать народное хозяйство края. В правительстве региона сегодня наградили тех, кто прошел обучение по этому направлению. 26 молодых людей получили дипломы. Это те, кто точно знает, как улучшить жизнь Ставрополья. 6 лучших проектов отметили грамотами регионального Минтруда. Выпускники смогут пройти стажировку на российских и зарубежных предприятиях. Почти 200 ставропольцев уже получили такую возможность. Также на сегодняшний день практически все участники программы работают в крупных компаниях Ставрополья. Некоторые занимают руководящие должности. Многие после обучения смогли открыть собственное дело. Среди самых известных выпускников – зампред Госдумы страны Ольга Тимофеева и спикер краевого парламента Геннадий Ягубов.